Да. Так, смотреть или нельзя? Первый вопрос. Если что-то непонятно, я могу смотреть. Кто из вас лучше учится? Не буду скрывать. Зухра? Зухра? Да, я думала, ты поднимешь табличку ты. Так, следующий вопрос. Мы не жульничаем, мы не сдаемся. Кто из вас... Подождите. Кто из вас больше сидит в Ютубе? Лейла. Да. Давайте следующий вопрос. Нельзя смотреть. У нас, кстати, 20 вопросов. Кто из вас... Не слышу. Я просто её поднимаю, вроде бы я. Лейла. Ну да, от неё всегда нажать хочется. Она как будто лодки напалась. Ладно, я шучу, не бойся. Кто из вас больше ест? Мне кажется, Лейла! Давайте дальше. Интересный вопрос, я такой вам назвала. На него, наверное... Трудно ответить, да? Кто из вас красивее? Ну, каждый красив по-своему. Так что я выберу Лейла и Зухра. И я тоже Лейла и Зухра. Ну, я каждый и Ума. Красив сам. И я не брошу. Да, я знаю, я красавчик. Кто из вас... Да, ё-моё. Кто из вас лучше рисует закрытыми глазами? Я не знаю. Я. Ну да, пусть это будет Зухра. Я рисую закрытыми глазами. Да, 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 Зухра красивее. Кто из вас... Ой, я чё, Лейла, да, показала? А, нет, я спрашиваю. Кто из вас больше любит сладкое? Мне кажется, Зухра. Все любят сладкое? Да. И Зухра, и Лейла, и Ума. Ну да, одновременно. Дети любят сладкое. Однако я... Кто из вас больше любит лето? Лейла и Зухра. Зухра, Лейла. Ума. Да бьет свою бумагу. Кто из вас больше любит животных? Я. Я тоже. Понятно, все, давайте дальше. Йоу. Подождите. Сейчас все тайны раскроются. Кто из вас лучше рисует? Зухра. А, почти один и тот же вопрос с закрытыми глазами. Так. Конечно, я лучше рисую. Тут я согласна. Глаз, кто из вас выше? Лейла. Да. Ну подожди. Ну я, кстати, уже ростом как Лейла, так что... Да, Лейла и Зухра. Да. Так. Я уже стала ростом. Я такая интереснее. И Умочка такая. Hello. Я, короче, на самом деле. Нет, я уже почти ростом, чем Зухра. Давай, ну, да, да. Давайте мы померим. Одинаково почти. Ну да. Давайте тоже померимся. Я не буду себя показывать, я вот так вот поверну. Давайте. Я выше. Да. Подожди, один раз я была как ты ростом. Кто из вас лучше знает английский язык? Кто из вас лучше знает английский язык? Наверное, Лейла. Не знаю. English my friend. English my friend. Кто из вас больше любит читать книги? Не я. Нет. Не я. Лейла. Давайте дальше. Кто из вас лучше танцует? Конечно же я. Конечно же я. Конечно же я. Что вы? Ну мне кажется, все танцуют хорошо. Блин, каждый хороший по-своему. Я хожу на хип-хоп. Точнее, меня так скоро запишут на хип-хоп. Кто из вас больше? Мы извиняемся, Умочка ушла. Просто она там вообще... Она там сзади играет. Ну, она просто не обращает внимания. Это был пранк. Да-да-да. Давай прочитаем этот вопрос. Зависимо. Она вернулась! А кто из вас больше гуляет? Вот, был вопрос. Ну я хочу больше всех гулять, потому что я люблю гулять, Зухра. И я люблю гулять. Потому что мне надоедает за ютубом сидеть целый день с телефоном, что такого? Кто из вас быстрее бегает? Я. Я быстрее нее, быстрее нее. Нет, я быстрее тебя. Я на гимнастике. А я зато быстрее всех в школе бегаю, так что я. И я быстрее всех в школе. Ну, короче, мы с ней одинаково бегаем, почти, я немножко быстрее. Потому что я хожу на гимнастику, она же не ходит. Ну как бы вообще-то не будем нас. Кто из вас... Что ты тут? Меня какахала. А, кто из вас когда-либо красился? Я красилась. На, когда мы шли на соревнования, я крашу. Когда мы на соревнованиях, кто нас крашит? Лейла, наверное. Все, давай. Дай. Я вопрос провала. Так. Кто из вас толще? Я, Лейла! Как-то так. Потому что же много кушать. У меня что-то спайн, короче. Это я почему я снимаю? Это некрасиво. Может, все-таки верните мне слайм этот? Все-таки он же мой. И мне его только купили. Ты нас еще мне кусочек забрал. Такой огромный кусок взял, мне даже... Я маленький возьму. Давайте сами. Да, мне неохота. Ну, ладно. Хорошо, кусочек поставим. Так, давайте я прочитаю. Кто из вас любит математику? Я! Я ненавижу математику. Я
Я сделаю на сахару. Я не люблю. Я ненавижу. Не, точно не люблю. Я не люблю. Давай я вытяну вот это. Давай, вытягивай. Вытяну. Ла. Давай, читай. Такой жирный вопрос, прям бумага. Давайте вот тут миску возьму. Кто из вас лучше поет? Я. Лейла. Я, да. Лейла, опять не умею. Пение, это не говори. У нее голос хороший. А еще говори, что я не умею. Дети обижают меня. То, что у нас тут уже куча мала. Куча мала. О, это что такое? Такой бумажный снег. Кто из вас играет в куклы? Лейла. Я. Нет, да, редко бывает. Так что, наверное, Зухра и Лейла. Иногда, да, бывает. А, наверное. А я играю в куклы. Они не знают, что я по куклам. Ну, вот так вот, надеюсь, вам понравился видосик. Он такой веселый получился. Да, да, видео очень веселое, я согласна. Смеялись, танцевали. Эй, девочки, не хватает только танцевать. Точно. Ай, беги, беги, беги. Я не буду. Ну ладно, ребят, всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пусть не буду подписываться. Да, да, кстати, подписывайтесь на мой канал Алина, Алина. Или Ума Бро. Напишите лучше Ума Бро, тогда я вам не. Да, я напишу ссылочку в описании, оставлю, и также в комментариях. Подписывайтесь на нее, вот. И как бы... Подписывайтесь на классный канал. Да, когда будете подписываться на меня и на нее, обязательно жмите на колокольчик, чтобы не проходили оповещения о наших новых видео. Всем пока! Пока-пока! Если вы наберете 3 миллиона подписчиков... 3 миллиона подписчиков! Очень-очень много лайков, но хотя бы 1000 подписчиков, то она покажет свое лицо. Она обещает, что покажет свое лицо. Ну, окей, я согласна. Наверное, вот все этого ждут. Набираем... Окей, набираем 3 миллиона. 3 миллиона. Ну, я хотя бы 1000. Нет, 3 миллиона. 2 миллиона. Это нам год с чем-то ждать. Нет, 2-3 года, даже больше. Да. Вот, короче, набираем, ребят, 3 миллиона. Я показываю свое лицо. Всем пока, пока-пока. Надо нам супер интересные видосики снимать.